Фонд Александра Прокопьева. Конкурс социально значимых проектов. Спорт. Он нужен в каждой школе. Здоровый образ жизни. Сделать центр здоровья, отдыха, ну и досуга. Патриотизм. Меня интересует история моего города. 200 тысяч рублей может получить каждая школа Бийска. Педагоги, родители, школьники, предлагайте свои идеи. Наши дети – это наше будущее. 2 мая – последний срок подачи заявки на участие.